Драйверы изменений разрабатывали в Чебоксарах работники почтовых отделений из 7 регионов страны. В столице Чувашии прошла первая конференция Молодежного совета Почты России. 7 регионов, 7 рабочих групп. С самого утра у этих молодых энергичных людей начался мозговой штурм. Операторы почтовых отделений решали кадровый вопрос, как привлечь и удержать молодежь в отделениях Почты России. На разработку проекта у них был целый день. Здесь интересно, каждый рассказывает свою какую-то специфику, и мы можем принимать те или иные наработки своих коллег у себя уже на территории. Кроме нашей, наставничество, наверное, она наиболее реализуемая, наверное, хорошо проработана. По-моему, это Мариэл, да. И Киров, у нее хорошая тема была в плане информирования о вакансиях, о привлечении сотрудников на работу. 4 года назад Ольга Смирнова была самой молодой среди всех сотрудников почтового отделения Чебоксар. Начинала с маркетинговой службы, а сейчас уже руководитель. Лично для меня, конечно, понравился проект по информированию вакансий, так как реально на сегодняшний день, к сожалению, лично мы, например, не информированы о вакансиях. Мы знаем о них только со сторонних сайтов, к сожалению. А если будет наш внутренний портал, где мы сможем себя попробовать реализовать, например, не только в нашей Чувашской республике, но и в соседнем регионе, для нас это будет таким большим плюсом, что я могу просмотреть все вакансии соседнего региона, но и, в принципе, всей России. Так, в негласном рейтинге конференции в лидеры выбились 2 проекта – наставничество и внутреннее информирование о вакансиях. Это пока еще не реализованная идея. Мы можем действительно предложить как бы опыт, а мы можем предложить как бы работу с людьми, что очень непросто. А чего нам не хватает? Нам, конечно, не хватает истории, связанной с как бы качественной мотивацией. Я не очень верю в том, что мы там завтра сможем предложить там реальную рыночную зарплату. Для этого нам нужно все-таки там повысить там выручку, повысить объем услуг, которые мы оказываем. Но к этому мы стремимся. Но мне кажется, что мы точно можем предложить корпоративный дух. Лучшие идеи участников конференции будут внедрены в работу предприятия уже в следующем году. Татьяна Трофимова, Атнер Корсаков, Республика.